Сегодня мы играем в FIFA и бьемся за Гризмана рейтингом 80, который может посчитать достой. Вот мы уже развели второй тайм, то есть Финтяра, и это вратарь бил и гол, красавчик, Бритас, супер, 1-1. Короче, суть в том, что мы сейчас будем проходить третий решающий матч, то есть мы уже его проходим против команды рейтингом 92, и мы сейчас будем сражаться за Гризмана. Прохожу его с пятой попытки, и мы пытаемся, что можем, уже 79-я минута. Нет, Гризман, нет, он в штрафной, сука, нет, ну нет, ну бля. Ладно, нам забили, ничего, отыграемся, наверное. Так, вот мы разводим. Бритас, давай пробуем просто на 360 градусов. О, красавчик, одного. О, штрафной. Да, штрафной. Попытаемся реализовать его. Пиздата. Вот это 2-2. Ох, самое главное сейчас досушись. И в дополнительном времени как раз попытаться по серии пенальти выиграть. О, конец, все. Конец второго тайма. О, какой ты красивый. Погнали. Бритас. Опять 360 градусов. И 360 градусов. И штрафной. 107-я минута. Второй дополнительный тайм. И... Ах, блин. Как так-то можно-то? Все. Угловой, подаем. Гол, 3-2, да, 3-2. Круто, 3-2. Все, остается сейчас досушить матч, и мы тогда получим Гризман рейтингом 80. Красавчик, прям ровно в угол заложил. Вратарь почти стащил. Так, все, погнали, так. Линксбачер. И... 4-2. Это просто жесть. Я не мог выиграть с 5 попыток, а тут 4-2 резко со второй. Ну, в общем, Бритас, может, успеет? Нет, все, Гризман наш, рейтинг 80, это круто. Бесплатный Гризман, просто на изи получили. Конечно, не на изи, я потратил все 30 энергии. И вот наш Гризман, забрать. Гризман 80, нападающий. Это очень легко, просто пройти 3 матча и получить халявно Гризман. Ребят, всем советую просто его получить так элементарно. И вот наш Гризман, вот это круто. Это прям круто. Так, еще что-то еженедельно у нас сработала штука. Посмотрим, что это такое. А, повышение уровня вашего Гризмана. И что у нас тут такое-то в повышении уровня нашего Гризмана? И... Так, прогрузка. А, все понял. Это, скорее всего, можно его прокачать так же до сотки, как и Криштиану Роналду. И это... Ну, и да, до сотки можно прокачать Криштиану Роналду. Вот наш Гризман. Рейтинг уже 81. Все, все ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Все, всем пока.